Начало минувших выходных ознаменовалось общегородским субботником. Сегодня в мэрии подвели его итоги. Всего 18 апреля на работу вышли 37 тысяч челнинцев, которые общими усилиями смогли очистить почти 2,5 гектара городских территорий. Вывезено более 2 тысяч кубометров мусора. Замначальник управления городского хозяйства на пресс-конференции отметила слаженную работу управляющих компаний и предприятий. Однако были и те, кто проигнорировал этот субботник, хотя их подотчетные территории особо нуждаются в уборке. Таким грозит штраф. А всего с начала двухмесячника по благоустройству было составлено уже почти 160 протоколов. По размерам штрафа, то должностным лицам, согласно статье 3.6, за нарушение правил благоустройства города штрафные санкции от 15 тысяч до 30 тысяч. Это первый раз. Если в течение года еще повторно будет нарушение, то уже от 30 до 50.